Добрый вечер, друзья. Прошу прощения за небольшую задержку, поэтому быстро объявлю с радостью и с честью. Я приглашаю на сцену коллектив Брас-квинтет New Life Brass. Скажу, что это коллектив, который сюда приходил, когда мы начинали проект, и сегодня они стали эксклюзивными артистами фирмы Yamaha, что является, в общем-то, очень-очень большой честью. New Life Brass, Римка Ключурин, Максим Штода, Владимир Мезенцев, Рамиль Ахмадулин и Максим Магушев. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы очень рады сегодня быть здесь и открывать этот вечер, потому что мы действительно начинали когда-то здесь играть, и сегодня мы просто давно не играли, почему-то не получалось вообще. Тромбонист подсказывает, давно вообще не играли. Больше года. Да, больше года, да. И сегодня мы решили все-таки выбраться. Как раз вот буквально полчаса назад играли, ну не пол, час, где мы там, ну короче, где-то мы играли, приехали. И хотим показать несколько интересных произведений. Арам Хачатурян, «Танец с саблями». Да, можно аплодировать, не стесняйся. Сейчас представлю всех артистов. Римка Ключурин, труба. Владимир Мезенцев, валторна. Тромбон, Рамиль Ахмадулин. И Максим Штода. У него была маленькая труба, и сейчас она выросла. Труба пикова и большая труба. Ну, самая большая труба, как вы видите, у меня, Максим Макушев, туба. Я самый скромный из ансамбля, поэтому мне доверили такой инструмент. Недавно в Доме ученых мы представили новую программу, которая называется «Операция И», где одним из ключевых произведений стала
попурри на музыку Александра Зацепина. И сегодня мы хотим поделиться ею с вами. Итак, попурри на музыку Александра Зацепина. Thank you.
знаешь, в этой всей истории интересно то, что после вас будет Гендель. Мы специально подготовим сейчас площадку. Все-таки вернётесь. Видите, у нас работает зачистка. Наша группа спецназа вышла на поле. Сейчас все зачистим, все подготовим, все уберем. И прозвучит, конечно же, Моцарт. Ну, вы же знаете, мы не можем просто сыграть Моцарт. Нам нужно что-то интересное придумать. Итак, Моцарт, турецкая ронда. Исполняет Максим Штода. Аплодисменты. Карина Фобазбекова, можно загадывать желание. Карина, надеюсь, плацдарм немножко подготовлен для тебя. Сейчас будет очень контрастная музыка, собственно, у нас проект такой контрастный. И прозвучит Гендель, Георг Фридрих Гендель, ария Ариаданте из оперы Ариаданте. Thank you.
Карина Ферранди, Карина Борисбекова. К сожалению, эта замечательная музыка в нашей стране не так часто звучит. Есть много причин, но будем стараться, что такой волшебный голос, как у Карины Хайрутс, будет продвигать в массы Генделя в России. Я приглашаю на сцену Ольгу Пятницких. Ольга уже за сценой. И Карина Повозбекова исполнят Сибелиус «Возвратилась девушка с прогулки». Заключительный номер этого чудесного контрастного сета — Анна Бауман, Рихард Штраус, «Цицилия», романс «Цицилия» и Карина Повозбекова. Он, собственно, в преддверии весны о любви.
Если бы вы только знали, что значит мечтать о жгучих поцелуях, о странствиях и покое с любимой, глаза в глаза, и ласки, и нежная болтовня, если бы вы только знали, вы смягчили бы свое сердце. Первый сет был очень интересный, и было чем что обсудить. Сейчас вновь будет очень контрастная музыка. Немножко не могу себе не позволить пошутить. Бибер посакали, только не вот этот Джастин Бибер, а, видимо, его прадед в 40-м поколении Франц Бибер. Франц Бибер посакали исполняет Андрей Аганесов, студент Московской государственной консерватории. Друзья, прошу тишины. Thank you.
Андрея Романовича. Да, действительно, хороший контрастный вечер. Ольга Пятницких и Моцарт из оперы «Волшебная флейта», ария «Помины». Thank you.
Анна Бауман. Сегодня Анна представила огромный репертуар, который по ходу решается, это буду, то не буду, это мы хотим, это не хотим, поэтому Анна сама объявит, что. Thank you.
Анна Бауман. Виталий Мопросветлова. Возьмешь ноты? Да. Хорошо. Так хорошо поешь, что еще можно? Да. Это здесь хорошо появится. Thank you.
Карина Повозникова. Друзья, нравится мне сегодняшний Alternate Jam? Напомню, что это все происходит впервые. То есть впервые эти артисты встречаются на сцене и сразу же играют. В классике это запрещено, как вы все это знаете, да? Но мы это делаем. Карина Херунц, Карина Повозбекова, ария «Розина», «Севильский цирюльник», «Россия». Thank you.
первую Галина Бомбасбекова. Друзья, совершенно небольшой перерыв и десерт. Уже начали? Господи. Бегом, 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 там ждут, аплодируют. New Life Brass. Здравствуйте вновь. Пора взбодриться. И сейчас мы хотим посвятить следующее произведение всем прекрасным дамам, которые выходили на эту сцену и пели. На самом деле потрясающе. Спасибо большое. Танго. Спасибо большое. Джеки Чан говорил, есть, я начну с предисловия небольшого. Есть такой замечательный актер Бастер Китон.
Это комедийный актер, который никогда не улыбался, правда, но все смеялись. И он вызывал очень такую большую бурю положительных эмоций у людей. И вот Джеки Чан говорил, что я хочу быть таким же смелым, веселым и бесстрашным, как Бастер Китон. И сейчас для вас звучит Бастер Китон блюз. Рамиль настаивает посвятить это произведение к 23 февраля. Специально для Рамиля. Вот его забираю скоро в армию, кстати. Аплодисменты. Макс, аплодисменты, чего? Для Рамиля. Thank you.
Спасибо. Спасибо всем большое. Мы приглашаем всех на наши концерты. Информация есть на сайте newlifebrass.com, также в социальной сети. Они постоянно смеются, не знаю почему. Кстати, и последняя информация. Рамиль будет проходить службу в ансамбле New Life Brass, так что можно еще раз поаплодировать ему. Спасибо большое. Да, ребята сейчас убегают. Пожелаем доброго пути. И на сцене Анна Бауман. И Карина Погузмих. Тоска, Аида. Кто же сейчас? Аида. Аида. Да. Джузеппе Верди. Thank you.
последний, ну ладно. Тоска? Да-да. Тоска. Джакомо Пуччини. Ой, ну я выбрала сегодня. Да. Сегодня прошлась и по веризму, и не веризму. Героизма, потому что спев пять произведений, еще и таких арий, можно прямо смело выходить на любую площадку и спеть аж две оперы подряд, и ничего не будет. Это была Анна Бауман. Я приглашаю на сцену Ольгу Пятницкую, арию Мюзетты, тот же Пуччини замечательный, из оперы «Богема». Oh,
И два французских композитора, Жорж Бизе и Жак Оффенбах. Жорж Бизе «Сердце открой» и Жак Оффенбах «Ария Елены» из оперы «Прекрасная Елена». Я так понимаю, что как раз эта ария посвящается всем просто... Я не могу просто сказать потрясающим, красивым, замечательным, удивительным, музыкальным девушкам. Сказать так – это сказать ничего. Вы втроем и Карина сегодня просто... Я не помню «Opera Night», когда было в одном составе такие голоса. Сегодня праздник, просто фейерверк, наслаждение. Oh,
вышел концерт. Удивительный, теплый, к сожалению, он закончился. И, как всегда, неповторимый, он был один единственный. Я приглашаю на сцену оставшихся прекрасных дам. Анна Бауман, Карина Погосбекова, Карина Херунц и Ольга Пятницких. Как говорится в России, женщины из горящей искры, коня на скаку и до конца в клубе Козлова на Опера Найт. Я думаю, что в этом части уместно вспомнить один тост, называется «Мужчины аплодируют стоя». Карина Погосбекова, Анна Бауман, Ольга Пятницких и Карина Херун. Браво! Опера Найт 83 закончилась. Спасибо всем, хороших выходных и берегите себя.